Не понимаю, зачем вообще участвуют в гонках? У каждого своя причина. Каждый поворот — это испытание. Хватит ли у тебя пороху? Когда-то львы были командой чемпионов. Теперь вся надежда — Джеффри Ли. Я сделал все, что мог. Но Джека, выступающего за волков, еще не побил. Джек — бывший товарищ Джеффри по команде. У Лили хорошая скорость. Давай дадим ей возможность. Мы сейчас набираем. Флагом махать. В смысле? Я вам скажу, куда вы этот флаг можете засунуть. Я хочу взять чемпиона по гонкам на симуляторе и выставить в профессиональной гонке. Это ведь будет круто, да? Номер один в гонках на симуляторе. Джек Ту, для тебя это будет не проблема. Ты относишься к гонкам недостаточно серьезно. Этим львятам все равно конец. Брось с дороги! Я готов ради тебя на все. Но прошу, больше никаких гонок. Хочу закончить этот сезон. У львов хорошие шансы на титул. Ты нужен им. И мне тоже. Один не выиграет, но как команда мы можем. Если ты будешь на трассе, то сможешь защитить ее. Форсаж, китайский дрифт. Эй, у тебя права-то есть? Скоро в кино.